После прошедшего саммита Большой Двадцатки Дальний Восток решил провести свой небольшой саммит Большой Шестерки. Ну что, друзья, наконец-то собрались, у кого что нового? Ну вот у нас в Амурской области тигр Путина сбежал в Китай. И что он там делает? Как что? Фотографирует, вербует людей. Но вот проблема. Китайцы уже сделали 3000 копий тигров Путина на 2 симки. Это был у нас сильный шторм, снежный. У кого что стряслось? Что стряслось? У нас одни плюсы. Вот не надо было морозить рыбу, крабов. В общем, не надо было морозить все то, что надо было морозить. Ты сейчас прям как Кличко сморозил. А вот если вдруг незаметно Китай нападет на нас? Незаметно. Китай. 1,5 миллиарда. Незаметно. Да с космоса будет видно, как желтое пятно просто двигается в сторону России. Так я не понял, а что здесь делает Китай? Я здесь делаю все. Мальчики, я скоро. Ой. Нормально, да? Я здесь пока номера показываю, она там за кулисами с армянами зажигает, а? Ну, во-первых, абсент не зажигает, а поджигает. А во-вторых, это не армяне, это итальянцы. Да, и кто тебе это сказал? Ну, он сам сказал. Белла, una delle vecchiore italiano. Отвечаю, вот. В последнее время все предпочитают решать насущные проблемы с помощью современных технологий. Ну, не знаю, давайте попробуем. Окей, Google, как нам наконец-то достроить улицу Зейскую? Может быть, вы имели в виду, как объехать по Горького?